департамента финансовых рынков Юрия Леонидовича Рогова. Встречаем его. Здравствуйте. Раз. Здравствуйте. Спасибо большое. Здравствуйте, Денис. Итак, Владимирович. Юрий Леонидович, город Санкт-Петербург ваш родной, между прочим. Любимый город. Любимый город. Я очень рад приветствовать в городе Санкт-Петербург всех участников фонда IT Smart Money. Этот город действительно сыграл большую роль в моей судьбе. Ну, давайте поподробнее. Сегодня мы будем разговаривать про финансовые рынки, а именно, как наш фонд зарабатывает деньги. Я возглавляю департамент финансовых рынков. Меня зовут Рогов Юрий. И в двух словах я расскажу, как обещал, о своей биографии. Я родился и вырос в республике Коми, в небольшой деревне, в 1974 году. О, тайга, лес. Если кто-то представляет, что такое республика Коми, это зоны, поселения и так далее. Но я родился в семье преподавателя, моя мама учитель, и меня с детства, скажем так, тянуло к точным наукам. У меня получалось, и мне нравилось решать задачи, и скоро это начало давать определенные плоды. Меня начали посылать на олимпиады, районные, республиканские. И после очередной олимпиады в 7 классе, это 87 год, насколько я помню, меня приглашают сдать экзамены в специализированную школу-интернат номер 45 при Ленинградском государственном университете. Итак, в 87 году я попадаю в город Петергоф. Как сейчас помню, Красноармейная 1. Хочу съездить, все посмотреть, в каком состоянии находится сейчас этот колледж, лицей. Программа была очень сильная, нас обучали и натаскивали по университетской программе. И, конечно, тут я получил основные знания именно по физике и математике. По окончанию этой школы, не понимая, что будет происходить дальше, вы прекрасно помните начало 90-х, когда, в общем-то, я бы сказал, страна разваливалась в прямом смысле слова. То есть вообще не было непонятно, куда и что дальше будет. Я ухожу в армию. Меня отправляют в город Хабаровск. И я служил в городе Хабаровске 1.5 года. Возвращаюсь домой, в республику Коми, после службы в армии. Вижу, что, в общем-то, та страна, которая была, то есть я уходил в армию в Советский Союз, а вернулся уже была Россия. И абсолютно непонятно, что происходит. Видно, что страна меняется, экономика меняется, ценности, самое главное, ценности меняются. И я принимаю решение продолжать учебу. Так как у меня была достаточно сильная подготовка, благодаря интернату, я поступаю сразу на два факультета. Один – физмат, второй – экономика. Я прекрасно понимаю, что за экономистами будущее. В то время на экономический факультет очередь, наверное, там стояла 6 человек на место. Вот. Но так как образование уже в это время платное, мне приходилось работать. И я устроился в нефтяную компанию, занимался там финансами, аналитикой. И, в общем-то, таким образом оплачивал учебу. Естественно, после окончания вуза меня приглашают на работу в ту же самую нефтяную компанию, где я работаю студентом. И тут происходит интересный момент. На базе нашей нефтяной компании создается первое уникальное предприятие в России, совместное предприятие, совместно с британцами и канадцами, которое называется Commerticoil. Там
я впервые вообще, наверное, столкнулся с понятием инвестиции. Примечательный факт. На сегодняшний день иностранцы, а именно американцы, 80% населения занимаются инвестициями. В России на сегодняшний день всего, наверное, 3% понимают, что есть необходимость в инвестировании. Просто я бы хотел заострить на этом моменте определенную вашу точку, в том плане, что очень часто слышишь: посмотрите, как живут пенсионеры за границей и как живут пенсионеры в России. Неужели вы думаете, что за границей такие огромные пенсии? Да нет, ничего подобного. Просто в первый же день, как только они выходят на работу, они готовятся, вообще в плане инвестирования, они учатся всю жизнь, с детства. Им родители это передают прямо вот с рождения. Они каждый лишний доллар несут в инвестиции. Неважно, фондовый рынок там, или еще какие-то другие инструменты они используют, но они всю жизнь копят на пенсию. И это первый раз я увидел в Коммертиколе, потому что у нас работали иностранцы, и я часто видел, как они смотрят сводки, смотрят котировки, читают, интересуются. То есть для них инвестиции – это образ жизни. И, естественно, к пенсионному возрасту особо удачливые, они не просто миллионеры, они мультимиллионеры бывают. То есть там простой менеджер, который в банке проработал, выходя на пенсию, имеет на счету 1, 2, 3. Поэтому они пенсию достойно проводят, в отличие от наших пенсионеров. Обидно и горько, но поехали дальше. Итак, работая в Коммертиколе, я столкнулся не только с иностранцами, но и с очень интересными людьми. В частности, наше предприятие создавалось при участии Виктора Степановича Черномырдина. И на одной из встреч мне удалось с ним переговорить. Я давал доклад по финансовому состоянию компании, и он, ему очень понравилось, он подошел и лично поблагодарил. Что произошло дальше? Через какое-то время мне звонят с Москвы, с Министерства топлива и энергетики, и приглашают на работу в Москву. Безусловно, я долго не думал. Я понял, что это еще один шанс в моей жизни. Тем более я мечтал переехать в Москву, честно скажу. В Москве больше возможностей. В 2001 году я оказываюсь в городе Москве и работаю в Министерстве топлива и энергетики. Работа очень интересная. Я работаю непосредственно в управлении аналитики и финансов. И мы рассматриваем различные проекты. Зарубежные, такие как Венесуэла, Курна, которые находятся в Ираке. Также работали много с этими с туркменами по Каспию, делили его. И тут происходит очередной виток, неожиданный абсолютно для меня. Моего тестя, который на тот момент возглавлял экономический блок правительства Республики Коми, приглашают на работу в «Газпром». Ощущается острая нехватка кадров, и он меня лично приглашает на вновь созданный проект в страховую компанию «Сагаз». Именно заниматься инвестированием. Задача перед нашей командой была достаточно грандиозная, а именно нужно было из маленькой компании, в которой на тот момент работало 60 человек, сделать компанию лидера, крупнейшую компанию на рынке страхования в России. Нам пришлось много потрудиться, и именно там я впервые уже на практике осваивал именно инвестирование. Мы скупали мелкие страховые компании для того, чтобы увеличить нашу компанию. Мы скупали там ряд объектов здравоохранения, больницы,
Я лично участвовал, ездил в Мюнхен, в Израиль для того, чтобы создать сеть здравоохранения и поликлиник для Согаза за границей. Сами понимаете, компания непростая, основной клиент – это такие крупные компании на сегодняшний день, как «Газпром», «РЖД», «Росатом», «Роснефть». В общем, все, что могли, в эту компанию затолкали. И в 2008 году компания «Согаз» становится лидером номер один на рынке страхования. В общем-то, задача выполнена. И в тот же момент меня приглашают на работу в отдел корпоративных отношений «Газпром». Там я работаю до 2015 года. Задачи те же самые. Очень большое количество непрофильных активов, которые надо постоянно оценивать, анализировать, что-то с ними делать. Дело в том, что до 2000 года господин Вяхерев, спасая экономику России по просьбе многих губернаторов, скупал практически все подряд. Скупал практически все подряд, включая молокозаводы, швейные фабрики. Ну, в общем, необходимо было обеспечить рабочие места. Но пришел момент, когда нужно было разбираться с этими активами. Я тоже очень много ездил по России в то время, смотрел, что-то мы продавали, что-то там закрывали, банкротили. Ну, в общем, работа сама по себе интересная. К этому моменту у меня уже скопился достаточно большой опыт инвестирования. Появились какие-то первые ощутимые деньги, капитал, я бы так сказал. Ну и в общем-то, самое главное, что я приобрел, это связи и контакты. Помимо этого, вот в это время как раз я познакомился с Алексеем Григорьевичем Лериком. Мы знакомы с ним с 2003 года. На многих проектах мы участвовали, я выступал и в роли заказчика, и в роли соисполнителя с ним. И, в общем-то, мы все это время поддерживали хорошие отношения. Можно сказать, даже приятельские. И в 2015 году у Алексея Григорьевича появилась идея, а почему бы не поработать и инвестировать на фондовых рынке и объединить, скажем так, наш опыт и наши возможности, а именно применить IT-модели, то есть именно в то время, в 2015 году, он предложил мне, скажем так, поработать с ним совместно. И я согласился. Итак, на сегодняшний день я являюсь руководителем департамента финансовых рынков. Как работает наш департамент? Прежде всего, это огромный массив информации, который мы собираем из различных источников. Это и аналитические центры, это и обзоры разных аналитических компаний. Это, прежде всего, роботизированная система анализа, которая с Алексеем Григорьевичем были разработаны. И помимо этого мы, естественно, используем фундаментальный технический анализ. Итак, повторюсь, прежде всего, работа нашего департамента заключается в обработке и анализе информации. То, чем я занимался всю жизнь и к чему, в общем-то, пришел. Сам штат департамента финансовых рынков, он небольшой, в штате у меня сегодня 10 человек, еще 10 человек на аутсорсинге. Они помогают активно нам работать. И после обработки
и анализа всей имеющейся информации мы составляем некие торговые поручения для наших брокеров. Они все изображены здесь на слайде. Мы активно работаем сегодня с Альфа-Директом, с Атоном, с Interactive Brokers и TradeStation. И именно эти брокеры выполняют функцию трейдеров на сегодняшний день. Это к тому, что в штате у нас трейдеров на сегодняшний день нет и не планируется. Намного четче и лучше эту функцию выполняют профессионалы. И также хочу обратить внимание, что мы работаем на сегодняшний день практически на всех финансовых биржах, основных финансовых биржах, благодаря договорам с нашими брокерами. Это и Нью-Йоркская, и Лондонская, и Французская биржа, и, естественно, Санкт-Петербургская биржа. Ну, у меня, я уверен, что у многих возникает вопрос. Во-первых, очень приятно видеть, так сказать, что происходит за кулисами, да, вот да. Техническую сторону. Хотелось бы знать соответствие между той прибылью, которая получается на финансовых рынках, и теми начислениями, которые мы видим в кабинетах. Потому что раньше Алексей Григорьевич объяснял, что вот по итогам дня подводятся некие итоги и принимается решение, какую прибыль начислить. Андрей, я понял абсолютно вопрос. Смотрите, я отвечаю конкретно за работу на фондовом рынке. Помимо этого, у фонда IT Smart Money есть другие проекты. Безусловно, я не распоряжаюсь всеми деньгами фонда. Я могу отвечать только за свою часть. Но, к примеру, я могу озвучить цифры, которые получаются на фондовом рынке. В среднем у нас в месяц на сегодняшний день получается около 50-60%. То есть мы фактически в полтора раза увеличиваем сумму, которую нам отдают под работу на фондовом рынке. Ну, а, собственно говоря, участники, насколько я знаю, они получают около 25-30%. 30% в месяц. Ну, стараемся как-то по-честному. Будем зарабатывать больше, предложим больше. Ясно, спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Добрый день, очень приятно. Тоже экономист по образованию. Закончила я еще железнодорожный институт, когда были инженеры-экономисты. Да. Поэтому много интересного вы рассказали. Большое спасибо. И вот вопрос такой насущный. Да? То есть у меня конкретно есть клиент, компания, которая занимается в вашей любимой отрасли поставкой медоборудования. И, отличная компания. В том числе... в том числе Министерству обороны и так далее. Ну и вот у них, как вот в свое время в 2008 году стали в строительной отрасли платежи, у них тоже там все это как-то немножко стало застревать. Ну, возник какой спрос, то есть диалог какой, да, как я им предложила. То есть будет ли у нас вообще возможность с юрлицами работать, да? Вот в свое время банки где-то в районе 2000 года имели возможность предлагать начисления на остатки юрлицам, какие-то делать предложения по доходности. Сейчас этого нет. И можно ли будет у нас юрлицам что-то предлагать? Вообще в эту сторону как бы, хотелось бы подумать. Потому что сейчас мы ему как физлицу предложили разместить средства, а задача у него какая? Говорит, хотя бы, чтобы у меня зарплатный фонд откуда-то шел, да, потому что разрывы между платежами, они, конечно, нервируют, да, людей. Я надеюсь, я понял ваш вопрос. В общем-то, в корпорациях я работал, сталкивался с подобными вещами и так далее. Смотрите, вопрос действительно непростой с юридической точки зрения. Во-первых, нужно, чтобы у юрлиц была возможность размещаться. Именно вот как бы это тоже не совсем просто в том плане, что
Там чуть ли не совет директоров надо собирать, чтобы вот эти деньги передать в управление. Во-вторых, для того, чтобы управлять чужими финансами, почему у нас сегодня схема такая, немножко, скажем так, затейливая? Да потому что российское законодательство требует получения достаточно дорогих лицензий на сегодняшний день. А возвращаясь к юрлицам, ну, там вообще такая законодательная база, что достаточно тяжело. Но на сегодняшний день, зная, в принципе, эту проблему, мы ведем с российскими брокерами переговоры. Они, честно говоря, не очень готовы к различным схемам такого плана, что юрлицо открывает счет, а распоряжается этим счетом доверительная компания, ну вот как мы, да, там как IT-фонд Smart Money. Вот, поэтому не знаю, чем все это закончится, но, наверное, ближе там, к сентябрю, наверное, мы получим какой-то ответ, и тогда будет возможность управлять финансами именно юридических компаний. Но, повторюсь, это все в рамках очень сильно зашито и, скажем так, зашорено Министерством финансов и различными законами. У меня такой вопрос. Вы упомянули по поводу интересной такой доходности в месяц 50-60%. Да. И вот вопрос в том, вот насколько долго вот у вас вот такая доходность. То есть мы понимаем, вы упомянули, что это спекуляции, а спекуляции, да, они не могут быть ну, постоянными, ну то есть ну, вот такую доходность приносить. И вот, ну, вот интересно, какой минимум ну, может показывать ваша торговля, ну вот теоретически. А почему вы решили, что не может это быть постоянно? На самом деле я упоминал о высокой волатильности рынка тех или иных акций. Спекулянту нужна именно волатильность. Волатильность – это когда котировки постоянно колбасят. Сегодня 10, завтра 40, послезавтра там 30 и так далее. Почему не может? В принципе, я вам хочу сказать, что даже я знаю частных трейдеров, которые делают больше 50%. Но они крутят немножко другими суммами, у них нет такой ответственности, как у меня в частности. Но есть люди, которые по 300% делают. Ну, особо везунчики. Ну, хорошо. 50-60 – это нормальный процент для опытного трейдера. 50-60 в месяц. Да, я вас уверяю. Даже на падающем рынке. Вы слышали про сделки шорт? Вы поняли, как зарабатывать? Или вам еще раз объяснить? Ну, в смысле, я понял, да. Ну, вы конкретно, может, кому-то еще хочется понять, что такое сделка шорт? Давайте нарисую, если. Давайте. Смысл в чем? Когда у вас есть четкое понимание, что котировки акций по какой-то иной причине должны пойти вниз, например, под давлением каких-то регулирующих органов, там, не знаю, ну вот компания TAL Education, да, она, собственно говоря, предоставляет на сегодняшний день платформу для обучения. Что-то типа а-ля Zoom, но у них своя платформа. И, как вы знаете, в период пандемии все эти компании айтишные, которые занимались подобными проектами, взлетели там, ну, там в десятки, а то и в сотни раз. Вот. Сейчас китайское правительство принимает новый закон о дистанционном онлайн-обучении. И это является неким давлением на акции, которые занимаются компании, которые непосредственно занимаются онлайн-платформами. Ну как не использовать такой момент? Понятно, что котировки этих акций будут падать. И мы на 100% уверены, что они падают, пока китайское правительство не озвучит, как они будут ограничивать эти платформы. Так вот, представьте, что на сегодняшний день акция стоит 100 рублей.
Это не наша акция. Она имеется в распоряжении у брокера, в управлении по той или иной причине. Например, я не знаю, те же самые паевые инвестиционные фонды, которые в своем портфеле держат эти акции. В силу, опять же, законодательства, они эти акции не могут ни продать, ни там не докупить. Это не их собственность, это собственность паевого фонда, предположим. Но кто запрещает им эти акции дать нам погонять? Ну, дайте акцию. Просто дайте нам акцию. Мы послезавтра ее вернем. Итак, я беру в аренду акцию по 100 рублей. Брокеру что я должен? Акцию. Не котировку акции, а именно саму акцию. Я беру у него ее по 100 рублей и тут же продаю. Котировки ожидаемо идут вниз. Ну, как-то так вот. И, предположим, я ее откупаю на уровне 50. То есть я продал по 100 рублей, у меня в кармане 100 рублей. Уже 100 рублей у меня в кармане. Теперь мне надо отдать эту акцию брокеру обратно. Я беру свои 100 рублей и покупаю акцию. Но не за 100 рублей, а за 50 рублей. Тем самым брокеру я отдаю акцию, а 50 рублей оставляю в кармане. То есть это я к чему, опять еще раз акцентирую ваше внимание, объясняю. Даже на падающем рынке можно хорошо заработать. Для спекулянта самое главное, чтобы рынок колбасило. А сейчас именно такое время. Смотрите, опять же, мы все инвесторы фонда IT Smart Money. Да. То есть в первую очередь нас интересует сохранность средств. То есть вопрос в том, не может ли повториться там какой-нибудь очередной обвал на рынке, который повлияет на наш финанс. Но вы, я думаю, уже ответили, что вы, получается, не играете в долгую. Мы в долгую не играем. У нас, скажем так, есть защитные такие же инструменты, которые, скажем так, компенсируют эти потери. Я сейчас рассказывал про акции, не хочу, скажем так, много рассказывать про все инструменты, которые на фондовом рынке существуют, но помимо самих акций существует большое количество так называемых деривативов, да, которые позволяют на сегодняшний день не просто торговать, а иметь страховку от потерь больших и так далее. Безусловно, мы их тоже используем. Спасибо. Вопрос такой, а зачем вам это надо в эту компанию? Мне лично зачем это надо? Вашим опытом, образованием? Ну, у меня есть определенные амбиции. Более того, безусловно, я мог бы оперировать своими деньгами. Но поверьте, фондовый рынок – это, в общем-то, как любой рынок, большие акулы кушают маленьких. Понял. И именно ваши деньги позволяют стать мне немножко больше, чем маленькой рыбкой. Понял, спасибо большое. Global Star Club. Возможности безграничны.